А приближение Рождества напоминает разнообразные мероприятия. Об одном из них, где можно было не только хорошо провести время, приобрести подарки, но и помочь тем, кому необходима поддержка, вы узнаете в следующем репортаже. В Санкт-Петербурге прошел 4-й благотворительный аукцион «Фотографии, меняющие жизнь». Организаторами аукциона выступили фонд «Адвита» «Ради жизни» и галерея «Art of Photo». Собранные средства потратят на лечение людей с онкологическими заболеваниями. Лоты передавались участникам аукциона в обмен на пожертвования в пользу подопечных фонда «Адвита». Мы с большим уважением относимся к фонду «Адвита», давно знакомы и лично, и как организация, и поэтому, как только у нас есть возможность помочь фонду, в первую очередь помочь подопечным фонда «Адвита», мы сразу соглашаемся. То есть для нас нет такого вопроса, помогать им или не помогать, на каких условиях. То есть мы всегда готовы. На благотворительном аукционе были представлены портреты, репортажи, архитектурные фотографии, пейзажи, натюрморты, уличные съемки, черно-белые цветные снимки, пленка и цифра. То есть отбор очень серьезный. 35 фотографов, это часть из них настоящие классики российской, советской фотографии и современные, очень талантливые авторы. Каждое произведение действительно искусство, они продаются на аукционах по всему миру, выставляются в галереях, в музеях и могут быть гордостью для любого коллекционера и также просто любителя фотографии. Все работы объединяют две вещи – принадлежность высокому искусству и миссия – поддержка людей, которые лечатся от онкологических заболеваний. Знаете, я участвую во всех благотворительных проектах, кто обращается ко мне вот с подобным предложением. Еще не было случая, чтобы я отказался. Вот. Поэтому я всегда с радостью даю свою работу. И, в общем, мне кажется, нам вместе удается добиться желаемого результата. Просто есть возможность кому-то помочь, вот я стараюсь не упустить эту возможность. Организаторы благотворительного аукциона уверены, что лучшего подарка на Рождество и Новый год придумать невозможно. Степан Львов, Жанна Мамилова, Новости ТБН.